Ребята, вы на канале Сахалос, и сегодня мы снова попробуем вывести, пусть дав наш подписчик, какого-нибудь монстрика. На всё, самом деле я здесь... хочу промотать Бельяника и закончить этот остров. Здесь у нас третий пирожок счастья, как бы сказал, наверное, Ваня, потому что он так любит зерномешек. А я попробую еще раз. Вывести кого-то могла. Опять. У него имя как раз знаешь какое? Какое? Барака. Это опять редкий. Минус 7, плюс 10. Так, смотрим, что у нас тут происходит. Это он так блеет. Как он стал блеять. Нашим подписчикам нравится, как блеять блеять. Главное, пинка. Сейчас я еще раз буду бить бельяник. Давай кого-нибудь другого попробуем здесь вывести. Сейчас. А тут одни эти, получается. Ага. Давай, мне кажется, он должен получиться эпический. Ну. Так, тут опять главный у нас получился. Здесь. Нет, главное, мы сейчас пошли. Да, обычного поцелочка. Как он, заяц? Серебро. Риф. Плюс лак птицы. Ну, просто птицы, ну давай. Поэтому она у нас лопатится 3 часа. Ну да. А, из-за того, что скорка. Идем дальше. А я иду всегда со светильщиком. А я с хвостей пошла. У меня 19 брюлик уже на балансе. Ну, так. Так, давай кого-нибудь другого. 20 брюлик. Давай кого хочешь. Кого? Не знаю, может, эпик попробовать поделать здесь что-то? Не эпик. Вот я тебе еще хромас? Да. Ну, а кого у нас нет? Еще нас как много. Ну, давай... Все. Красавчик такой. Она вон.
проводится крафтом. Делаем куплю складу. Идем дальше. Нет, это рога такие. Продаем, да? Продавать. Вон наша зеленочка готова. Мы еще... А, нет, там же у нас не получилось зеленый. У нас же денди-птица получилась. Кошмар какой-то. Так, пытаемся еще раз вывести. Базилинка, базилинка, базилинка. Редкая. Редкая. А чуть ладно, с ней же можно крафтить. Да. Это хорошо. Можно там эти сделать. Можно будет запихнуть в редкого карабаса. Так, идем. Тратим еще 6 бриллиантов. Зачем? Чтобы открыть. О, наша редкая ключечка. Вот эта собака спряталась. Не прокачана. Специально хранила. Мне нужен эпический трюк. Как делается? Эпический трюк? Да. Колючку плюс. Мы, наверное, его пытаемся, да, сделать? Колючку плюс тебе, да. И места нет. Смотри. Ага. Какая? Повезло, 6-секундная реклама. Так, пока колечко врачит, прямо в гостиницу. Потом будем решать. Ехать. Давайте лучше. Потом, если что, продадим кого-нибудь. Допустим, на редко цвета. И чих. А, все здесь. Ну, знаю тогда. Редкий декурабик. Колечко обычное. Давай. Ничего не дай. Не дам. Не дам. А, ну да, конгушка же тебе нужна же. Пи-бери-бери-пи-пи. У меня такое чувство, то что я сейчас такими темпами. Не знаю, как он идет. Обычно собственно. Нет, вообще обычный пуш. Ну, едет. Ну, давайте, кстати, попробуем обычную подшиву. Так, подождем нашу ветку 8 8 дубочек. Она крафтится цветак плюс фокус. Обычный. Нет, 2 часа. Вот.
А что не чехарда? На свете. А, надо поставить все здесь вместе. Кого ты не можешь поставить? Натанчика. Дай-ка бонить. Обычную данчику. Ну, конечно. Он 15-го левела, я буду его подавать, да? Надо было замочи улучшать. Блин, ну вот одного ютубера попросили докачай, пожалуйста, эпического карабаса до 20 уровня и продай его. И чё, понял? Да, ну ты сделал. У меня получился эпический трюк! Редкое колечко? Нет. Ты чё, то есть по-твоему колечко выводится один день и 21 час? Колючка выводится один день и 3 часа. 45 бриллиантов. Наконец-то у меня что-то получилось. Вот наша редкая ботинка. Ничего не получилось. Возьмем поставим. Так, подождем призатую ветку. Ну, давайте еще раз так же. Чем же крафт? 6 часов. Это опять призатый видео. Там делается эпический трюзер. Не знаю, почему он эпический куда колобуся. Но он получается на оазисе. Сейчас у меня, наверное, получится едкий серебро. Так, тут у нас повезло. Обычный Йолли в моем кармане.
просто наугадываешь. Подумал, ну, наверное, это так делается Юли и... Галя. Тебе 200 тысяч от сколько было? Дома. Намного. И всего 80. Намного. 70, как он хотел, лобачок уже. Еще один гребаный нет, ничего. Которого я уже буду продавать. У меня место уже на уступе. Я, конечно, знаю, что надо покачать. Замок не найти. Вижу, что вот это избавились большой, да? А вот я вижу 15 долларов. Я не хочу тратить 160 бриллиантов просто на обгрейд замка. У меня вылечится. Все, 76. По звуку слышу, что лавачок это открыт. 100 лет назад. Цыгал. А там еще кто-нибудь уже захотел? Да, там тут на 15 захотел. А еще это я не смотрю. А Димончик? Нет еще. Димончик. Качай, Димончик. Вот так, Ольга. Да не качай, а нас... лох. Тут опять тот редкий получился. Ну, в общем, посмотрим. Это зерно. На канале с Холосом. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Всем пока-пока.